Так, всем привет. Ну что, хлопцы та девчата, все зі святом. Так, ну давайте покормим, наверное, всю цю банду. Он я им приготовил себе чайок, а он им, гляньте, мотыль, циклоп. Ой, я не посахарил. Ладно, креветка с этим, с гарбузом. Ну что, с кого начнем? А, вот видите, кого смотрю, кстати, вот кренделя вот этого вот. О, слышите по голосу все? Вчера связь хреновая была, сегодня работает. Ну что, давайте с огурца начнем. Вот так вот, раз. Да-да, поспать ты любишь, Костян, правильно. Вот он, видите, смотрите кто. Засветил ему в лицо. Так. Тараканчик я не могу понять. Растет самка, да, выросла. Она у меня была намного меньше. А сейчас она такая подросла. В общем, сегодня у них праздник. Вот такие у них сегодня свято. Так, нате, ешьте, мотыля. А что он там считает? Ага, на продажу снова. Так, циклопика дадим мы. Данюхам и сюда, ребята, переселил. Мечи хвостов бабочка. Те, что сидели у меня бабочата, вот здесь. А на их место посадил двух данюх снова. Ну, естественно, аквариум с содой, шмодой, со всеми делами, по-моему. Ну, сюда ж, ну, пожалел я подругу, короче, сидит ворона. Видите, кто? Злодейка черная. Ну, такая, блин. Может, на магазин нужны будут. Хоть я на них и гоню, на этих малинези, но... Все-таки рыбка. Так, давайте продолжаем третий этаж кормим. Сюда тоже циклопа мелким шлёциком. И... Ага. Хо-хо-хо. Вот это ты даешь там ветер. О, так, мотылькаем. Короче, все, и циклоп, мотыль. Так, поменял воду у этой подруги. Вон она, смотрите, какая же. Она вот завтра, послезавтра должна дать. Сегодня утром, завтра, если не будет, кстати, надо поднять ей температуру. Тут у нее, по-моему, 26 стоит. Это я вам поднимаю, 28. О, вот так надо и оставить. Потому что сейчас было у меня тут 29,5. Чуть-чуть градусник, кипятильник чуть-чуть крутнул назад. Было... Ну вот она упала, все, так и оставляем, 28. Было 27, сейчас он показывал 6. 28, короче, вот так и остается у нас напруга. А вот этой подруге надо поднять, надо включить ей побольше, потому что тут даже я чувствую, вода такая тут. А, так, конечно, у нее тут комнатная температура 25 где-то. Чуть-чуть вот так. Вот, теперь только аккуратненько загорелась она, да. Самое главное не разбить его, потому что током лупанет меня. Рыбке ничего не будет. Рыбку только не бьет этот. То, что у нас в сети уже проверено на собственном здоровье, можно так сказать. Так, чуть-чуть сейчас мы кинем вот этой жиробасине черной мотыля. Где она там сидит? Это же, наверное, под... Где она там делась? Я не вижу ее. Ты где-то зашкерилась там. Короче, она найдет сейчас. Мотыля она найдет. Тем ничего не дают. Те не голодные. Так, сюда мотыля бросаем. Сюда давайте, мотыля. Ну куда ты там поехал уже? Алло. Куда он там? О, гляньте, что творится у него там. Движуха. Приехал. Так. Сюда тоже мотылька. Хай в юны хоть поедят. Так, вот это я приготовил. Вот это вот горбуз и креветка. И мотыль идет к поросятам. Ну, естественно, сейчас кусками начнут хватать. Но это мало им, это так. На один зуб, нате вам побольше. Ну, вот так вот примерно. Теперь дальше бросаем вот этой банде. Тоже горбуза тут попала чуть-чуть. Тоже ешьте, ешьте. А отсюда рано утром я кину самцов. Ну, я ночью по-любому проснусь. Они тут сейчас поедят, сходят в туалет. И снова кину самцов туда парочку. Вот этого желтого и вот этого розового леопардового. Видите? Красавец. И что хочу сказать, тут зелененькие есть такие яркие, вон, смотрите, какой аж кислотный. И красные есть, вон такие, короче, нормально все. Будет Даня у меня. Так, что там, юны? Едят? Едят. Так, поехали дальше, да?
А, это я вот это ожидал подруги. По-моему, дал что-то. Я бросал ей. Да, да, все, она уже наелась. Хватит ей. Только надо ей туда кинуть, наверное, сеточку, чтобы она их не похавала в процессе опускания. Она, по идее, должна вот сюда вниз спуститься. Она внизу тут ложится. И дают они курочку. Ну, сейчас я и курочку, говорю, малька. Сейчас там есть у меня в пакете сетки еще эти. Дадим им. Так, ну что, кориком давайте сюда дадим сразу. Такую жменю бросим. Так, а этим сейчас, наверное, мы вот так вот. Хай помпа сейчас разнесет ее по аквариуму. Вот за этими же не успеешь, за черными. Черные сейчас нажрутся, как эти. Будут пузяки у них. Так. Так, пицильки. Пицильки надо дать обязательно. Там же он сидит и пицилька еще. Вот она. Оно не разродилось, я не знаю. Я потом посмотрю. Там, ну, отсюда не видно, пока мальков. Короче, будет сидеть, пока не посинеет. Или пока мальков я там не увижу. А может, она родит и съест их. Я не знаю. Без самца даст она, не даст. Так, продолжаем. Тут осталось-то уже. Так, этот циклоп туда поедет. К креветкам. Да, циклопика можно и сюда вообще забросить. Тут тоже малышей много. Я вот посматриваю. Смотрите, тут уже окары какие. Они еще, не знаю, неделька-две, наверное, начнут от этих гупешек малых гонять. Ну, посмотрим, как они себя будут вести. Нет, отсоединю их. Уберу. Так, вот сюда можно циклопа тоже. Вот так вот, я, видите. А Костян там поет. Оба-оба-оба-на. Блин, надо будет пересматривать. Пропускаю. Вчера не смог посмотреть из-за связи. Вообще, поздно вечером не было связи. Я вот так вам ко всем на стриме позаскакивал. А потом все, начало виснуть все. И Викторовна вышла. Так что вот такие калачи. Так, ну, все, едят. Едят, едят. Едят. Что-то не пойму, мутняк словила она. Че она словила, мутняк? Вода. Что-то мне так кажется. Да нормально, то мне так кажется. Тут лобовуху протереть надо. Так, ну вот это все осталось туда и в этот самый. И в соточку. Что-то быстрое кормлю. 7.20. Так, а сюда я бросал что-то. Бросал тоже, целую жменю бросал я. Да, на второй этаж я бросал же тоже, по-моему, да? Че нет? Не, ну так бросал, он лежит. Так, ну все, тут накормлены все. Тут что, чуть-чуть сюда подбавить. Анна Швайна. Оп, реклама пропустим. Костян у нас уже бабло косит с Ютуба, конечно, конечно. У него уже реклама на канале. Так, таракан, это кто? Это она. Вот это полуминорчик, полусерпас. Я не пойму, что за животное. Так, пропускаем рекламу. Подожди, я паузу нажму, потом приду, тебя досмотрю. О, привет, да. Потом досмотрю. Так, пошли покормим сотку. И ну и там остальное, креветочник. Самам дают этим я последний шанс. Сегодня сидят, опять я сюда буду белую бросать. Вот ту подругу. Ту икру запорол, надо в этот раз не запороться. Так, сна. Я им помпу сейчас выключил, поставил сюда им аэролифт, он, видите. Так, ревендосом тоже мотыля бросим. Хай тоже кайфанут, они едят нормально. Как они не успели гупешку-то, что всплыла, не схавать. Ну, а ты это полощем, как обычно. Сейчас я вот так вот. Вот так вот, раз. Во. Свято усы сегодня. Вот прозевал, я не увидел. Не знаю, камера сняла, что Северумиха хапнула. Она любит горбуз вот это с креветками. Она вообще любит все, что большими кусками. Циклоп замороженный глотает. О, сейчас шевеление начнется. Вот это зеленухи, не пойму, они одинакового, по-моему, пола. Чи два самца, чи две самки. Вот друг за другом, непонятно. Так, платидорас, вылазь отсюда. О! Видите, почувствовал еду. Оно такое ленивое, что оно не вылазит. Оно вот тут сейчас будет... О, промазал, видели? Вот смотрите сейчас. Так, лобиуха сейчас поест и начнет себя гонять. Царя включает. Ну а как, он тут главный, а вот это же его, наверное, королева. Ух, она и огромная. Ну вот это он лежит, сейчас ждет, пока ему вратяку саму прилетит. Течением. Ну а вечером он выходит. Вечером выходит, ночью, ну как вечером, ночью, на ночь он выходит. Так, ну пошли посмотрим, кто там что доел, кто не доел.
тарелочку забрать. Тут вроде все накормлены, все накормлены. Так, ну посмотрим, что тут меня интересует. Вот это вот, вот эти ребята, как они цикло, поели, не поели, клюют, не клюют, оно, посмотрим. Очень интересно, я сразу не обратил внимания, надо их приучать на циклопа, они по идее расти должны. Ну мечи уже у меня хавали вот эти малые, видите, шлёцики. Короче, тут их 23-25 штук где-то так. Я сразу 5 штук чи 6 выкинул, а потом насчитал 19 по 2 плюс 1. Короче, 23-25 штук их тут есть, бабочат вот этих. Ну я думал будут гонять они, ну может пока они не гоняют. Данюх, ну посмотрим. Тут есть, конечно, такие прострелы маленькие, карликовые, но то хай хавают. Ради бога. Природный отбор, как говорится. Как и Анцечка-то умерла, креветки ее за пару дней съели. А то, может, и за ночь они ее схавали, я даже и не заметил. Просто смотрю, что ее нету. А что ты вон, что ты выглядываешь? Ты уже накормленная. Так, выключу помпу тут поросятам. Чтобы они спокойно поели. Так, вон они мои шип дьявола. Две улиточки лежат. Они, кстати, может, я думал, они спаривались. Они тут такие, сцепка у них была интересная на днях. И вот сегодня две вот эти вот пикси с фикси. Но это явно не с фикси, Оксан. Это что-то другое. Напишите в комментариях, кто знает, что это за улитки. Вот у меня их тут две штуки. Блин, надо поменять воду у поросят. Хотя она тут, когда я менял, я не помню, короче, когда я менял, ну недавно менял, нигде ни у кого не воняет. О, смотрите, что я делаю с физами. Вот так раз наверху, опс, и все. И выбросил большую. А вот тут иногда и корочку вижу на валиснерии, клац, подавил, и все хорошо, ее нету. Так, ну что, друзья, ну в общем, всех покормили. О, там снова любовные игры, вы посмотрите. Ну, короче, снова икра. Она уже чистить собралась опять. Вон, видите, пятно. Ну, это приготовление. Снова будет и корочка тут. Блин, они плодятся, как я не знаю, как кролики. Бирюзовая окара. 300 рублей стоит. На полуострове, я так понимаю. Так, ну что. Все. Всем пока, еще раз и святом с их. До новых встреч в эфире. Мир, дружба, жвачка. Что делать с этой, а? Посмотрите. Всем пока. Не, ну кошмар. Она же, посмотрите, какая огромная. Пузыриха. Вот эти уже нахаваются. Вон белая, видите, на подходе. Еще день, два, три, ее надо снова назад. К тому, к ее жениху. Хай она там и корочку дает. А то может и завтра, чтобы не прозевать ее. Что ты творишь, ты? Ты не икру кидаешь. Надо за ней, короче, понаблюдать. Да. Ну, икру она держит в заднем плавнике. В задних плавниках, между плавничками. Да нету, она хавает. Короче, надо жених от ней. Если жених, а жених там сидит. Вот эти какие-то беспонтовые. Он, видите, тоже сидит. Он беспонтовый. Вот тот молодой красавец, он ее обхаживает, молодец. И вот это его дети тут где-то есть. Ты вот это ж золотую тогда выбил, походу. Вот это ж, видите, ее детеныши, они типа вуалевые, че шо. Есть там один вуалевый самец, значит он там. А вот тут где-то есть, вот я, как я говорил, с хребтом, с кривым. Так, а я-ка смотрю-ка тут вот кусочки у нас отгрызанные в валиснерии. Это, наверное, девочки, вы вот это лупите, да? Да. Улитки начали жрать эти растюхи. Значит, надо вас, короче, пересаживать отсюда. Первая пошла. А куда же ее пересажу я? Вот сюда. Пока там посидят. Я смотрю, они такие травоядные, да? Ну, хай посидит он там с самами, я потом решу, куда их деть. Бля, ты посмотри, это ихняя работа вот эта. Вот это они погрызли. Потому что... не! Бля, что с криптокариной? Так... Короче, наверное, они поедут к одноглазому Джону в аквариум. Вот те улитки. Вторую надо найти. Где вторая? Где вторая? Вторая. Вон она, вторая. Сейчас я сразу вторую тоже выбрасываю отсюда. Я не знаю, что это за улитки. Смотрите размер. Посмотрите, это градус никакой. Какая вот эта вот улита. Короче, тут посидят. Все, еще раз. Обнял, приподнял. Всем пока.